республике проходит ежегодный конкурс среди средств массовой информации по освещению событий, происходящих в предпринимательской среде на различных уровней, в том числе и местных средств массовой информации. И сегодня мы с удовольствием вручим диплом телекомпании «Наше ТВ» за ту работу, которую она проделывает. Приятно, что наши предприятия становятся лауреатами в различных номинациях при подведении итогов, и предприниматель года, и другие направления. Вот только недавно подведены итоги Республиканской конфедерации предпринимательства, да, в части «Лучший город для бизнеса». В одной из номинаций наше предприятие, наш телеканал «Наше ТВ» стал лауреатом, победителем, да. Я хочу пожелать успехов организации, успехов и профессиональных, и трудовых, и, наверное, больше внимания уделять предпринимательскому сектору, а здесь и успех придет еще раз. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.